Мы любим звезд за их запоминающуюся внешность и экстравагантное поведение. Знаменитости уникальны и неподражаемы, считаем мы. А если присмотреться повнимательнее? Удивительно, но факт. Оказывается, многие селебритис не то, чтоб на соседа по лестничной клетке похожи. Звезды похожи друг на друга. Прически, стиль в одежде, даже черты лица некоторых знаменитостей будто сделаны под копирку. В эфире рейтинг «Звездные копии» на телеканале МОС. Порой включаете телевизор, видите знаменитость и задаетесь вопросом, что где-то вы уже видели эту звезду. Сейчас мы попробуем помочь вам идентифицировать селебритис. В эфире рейтинг «Звездные копии» на телеканале МОС. Когда у нас есть поклонники в группе «Серебро», кстати, мне приятно, когда ходят с моей прической девочки, например. Мальчики выбивают себе, выпиливают щель между зубов. Мне приятно очень. Как бы вы повели себя, если бы столкнулись со своей копией? Испугались? Бросились бы бежать или заключили в крепкие объятия? А хотите знать, как ведут себя знаменитости, когда видят своего двойника? Об этом мы расскажем в продолжении программы «Звезды зажигают» на телеканале МОС. После какого-то концерта ко мне подошла девушка, чтобы сфотографироваться. И она стала что-то объяснять, признаваться в любви. Я поняла, глядя на нее, что у нее точно такие же глаза, как у меня. Цвет, форма, ресницы, разрез. Потому что я же каждый день делаю себе макияж, я свои глаза знаю очень хорошо. Так что бывает. Видите, я какая? Я как все.